сезона. Сезона 2008 года. Сезона очень интересного, очень насыщенного, очень напряженного, очень также богатого на события. Ну, одним из событий у нас в этом сезоне состоялась в апреле отчетно-выборная городская конференция, на которой был избран новый состав исполкома Федерации футбола, который как бы поручено вести дела и продолжать нашу футбольную жизнь нашего города Кривого Рога. В свою очередь хотел бы поблагодарить вас за оказанное мне доверие при избрании меня на столь высокий пост. Много говорить не буду, есть кому сказать, что задача нового нашего исполкома и цели, и задачами являлись, в общем, как бы не понизить тот уровень планки, на котором планка, так сказать, была при работе предыдущего исполкома Федерации футбола. А вы, как сами понимаете, уровень был очень высоким, и работу нашей федерации знали и знают за пределами не только нашего Кривого Рога и не только нашей Днепропетровской области. Ну и мы все прекрасно понимаем, что это прежде всего заслуга моего предшественника Новикова Валентина Николаевича и руководящего ним же исполкома федерации. Ну, что я могу сказать? Как вы видите, мы собрались здесь, может быть, не в очень большом, но светлом, красивом здании, помещении. Это как бы первые шаги работы нашей новой федерации футбола, нового исполкома федерации футбола. Как вы видите, мы стараемся, чтобы наши обещания не расходились с делом. И вот вам, ну, первые как бы первые шаги, первые результаты. И в первую очередь хотел бы через вас, Александр Николаевич, поблагодарить в первую очередь Коваленко Ивана Ивановича за содействие в этом непростом вопросе предоставления помещений Федерации футбола. Ну и также и Затулка Александру Васильевичу, генеральному директору футбольного клуба «Кривбас», за оказание помощи в этом процессе. Ну а сам ремонт, само оформление, которое еще, конечно, не полностью еще доделано, сделано уже было, ну, можно так сказать, нашими руками. И, естественно, при горячей и очень хорошей поддержке, ну, моих компаньонов по бизнесу, это прежде всего моего главного компаньона, генерального директора компании «Атлант» Колобея Олега Валерьевича. Так что спасибо всем, кто приложил руку к этому хорошему, приятному делу. Ну а что касается федерации, что касается наших соревнований, то вы сами знаете, что у нас прошли все запланированные мероприятия, назначенные на этот 2008 год. Все игры были бескомпромиссные, хорошей борьбе, очень много турниров было. В общем-то, как вы видите, очень много медалей, кубков мы собираемся сегодня вручить. Ну, в общем-то, много не буду говорить, слово дальше. Хорошо, спасибо вам, Игорь.